Так, ребята, всем привет. Немножко остановились здесь. Вон там в кустах заныкалась лиса. Я сейчас вам попробую снять. Очень хорошо видно. Ну, факт, что он ломанулся. Ну все, ребята. Итак, ребята, всем привет. Сегодня мы будем снимать. Вон, смотрите, заяц, вон он, заяц. Заяц. Представляете, заяц от нас где-то в метрах 10 шатается. Ну ладно, может, я его сейчас догоню, но не столь важно, он мне не нужен. Сегодня, ребят, у нас как бы получился небольшой слет. Слет из 4 человек. Собрались, созвонились. Приехали в всем известную деревню Мочежина. Вот. Не боюсь этого слова сказать, потому что место выбито настолько, что не знаю, находки будут, нет. Сегодня у нас приборы будут работать. Тера 705. Это самый навороченный среди наших приборов. А потом у нас Фишер 4, Аська 250 с катушечкой у нас гартовской. И мой приборчик с катушкой Торнадо. Вот. И может быть, не знаю, если находки будут, устроим небольшое как бы соревнование. Кто накопает чего поболее на этом выбитом месте. Но это не официальное соревнование, а так на любителя. Просто самому интересно. Вот, хотелось бы сравнивать наши приборы дешевые с более дорогими. Вот. Так что, ребята, смотрим. Надеюсь, будет интересно. Если что-то у нас не получится, мы переместимся в другую деревню. Она проходит по дороге, наверное, километров 3-4 в ту сторону. Деревня называется Чигры. Она тоже у нас известная тем, что там был слет кладоискателей Самары. Так что деревня тоже выбита. Ну, мы сегодня вышли просто отдохнуть. Место, конечно, красивое. Так что, если что-то будет, обязательно покажем. У нас ветер, может быть, со звуком у нас неплохо будет. Но, надеюсь, звук нам не помешает работать. Так, ребята, у нас роллеры. Каждый отдыхает по-своему. Мы с лопатой, с металлоискателем. А здесь, ребята, на мотоцикле. Вот они фигарят. Целое общество. Мотоцикл. Что-то хотят. Ребята, сигнал. Лежала она, конечно, хорошо. Вот так вот, плоская. Думал, монета. Оказалось, это у нас обычная конина. Плоская конина. Ладно. Будем снимать, смотреть. Итак, ребята, у нас находок пока не ахти, но керамики много. Светло-коричневая и серая. И вот такая вот у нас керамика. И.К. Кузнецова с царским орлом. Вот эта фабрика Кузнецова при царях изготавливала керамику. Различного рода посуду. У меня часто попадаются. На донышке нарисован орел и фабрика Кузнецова К. Ладно, смотрим. Так, ребята, у меня вон очередной монитосик. Ну, можно даже посмеяться. Места, где люди не ходят. Старая деревня. И тут у меня 10 копеек ходячка. Интересно, кто здесь шатался. Итак, ребята, здесь зайцев. Зайцев полно. Вон тех вон в кустах. Вон видно. Уши торчат. Очередной заяц. Как я сюда приехал, уже 5 зайцев увидел. Ладно, смотрим. Наконец-то долгожданная монета. Очень приятно то, что монета у нас деньга. Деньга 1735 года. Сохран, как вы видите.
просто изумительный. Ай, какая красавица, ребята. Просто прелесть. Я вырвался вперед. Терка 705-я. Выкопала монетку советскую. А я вот деньга. Ладно, смотрим. Иду я в пожарной полосе. И даже не знаю, вон там он впереди. Ждет меня лиса. Ну не знаю. Пойдем посмотрим. Убежит, наверное. Очередная находка. Вот монеточка у меня. Советик. По размерам 3 копейки. Долго я его гонял по ямке. Монета 3 копейки 1946 года. А сохран, ребята, такой, как будто он только что ходил в обращение. Нигде нет пятнышка. Прям супер, а не монета. Итак, ребят, у меня находка. Но это у нас находка. Так. Это находка у нас конина. Вот такая вот конинка у нас. Вот такой слепочек. Не конину надо, дедушка. А монет. Ладно, ребята, смотрим. Сейчас пойдем чаек попьем и, возможно, переедем на другое место. Ладно, смотрим. Итак, ребята, у меня очередной хороший сигнал. Копнул. Сигналов хороших много. Все отдает, конечно, шмурдяком. Ну вот у меня наконец-то выпала монета. Вот так вот она еще в комочке торчит. Вот. Сейчас мы посмотрим, что это у нас. Так, это у нас 2 копеечки. 2 копейки 1901 года. Сохранчик просто изумительный. Вот такая вот монета у нас. Надеюсь, находки будут. Хожу я там, где травка низкая. В заросли я вот в эти вот не захожу, потому что смысла нету. Если сигнал есть, то какой-нибудь шмурдяк, а мелочь в такой траве не возьмет. Вот я и хожу, где низкая травка. И вот, как говорится, результат налицо. Итак, ребята, переехали мы на новое место. Вот, и нашел я вот такую вот фиговину. Вот, не знаю, по размеру похоже, что это какая-то флешка. Похоже на флешку. Не знаю, что это такое. Она открывается. Не знаю, сейчас попробую открыть ее. Так, ребята, это у нас зажигалка. Вот такая зажигалка. Бензиновая. Трогать я не буду ничего. Отвалится колесик, уже не тот вид будет. Ладно, оставляем, смотрим. Копаем мы, наверное, по пейзажу поняли где. Вон наши копомобили стоят. Товарищи комрады мои. Вот вывез я их на коп. Ладно, смотрим, ребята. Наконец-то у моих комрадов какая-то находка ценная. И вот у нас монетосик. Монетосик у нас Николашка. Николай I 1910 года. Нет, 9-го. Сохранчик вроде бодренький будет. Кто-то говорил, что там ноги не пляшут. Вон они пляшут. Ладно, ребята, хорошая монета. Хоть и под конец копа, но ничего. Я думаю, еще пару часов покопаем. Сейчас у него настроение появится. И он еще зависнет на пару часов. Комраду, товарищу моему. Повези. Да, у кого ноги пляшут постоянно. Вот из этой ямки он достал у нас. Достал у нас монету. Одну копеечку. А вот из этой он стоял, что-то копал, да, думал, фигней занимается. И вот накопал он тут монету, ребята. Монета, конечно, уставшая, но это, по-моему, царица полей. Сейчас мы ее смочим и узнаем.
серебром, по-моему, 2 копейки. Нет, царица полей, 2 копеечки. Александр. О, какая, ребята. Патинка хорошая, но ничего страшного. Немножко убита, съедена жизнью. Но факт есть факт. У нас... При нас, да. Монетка, да, прямо на глазах у нас он поднял. Вот, так что металлоискатель его. Фишер 4. Догоняет, ребята, меня. Монетосик выпал. Но, к сожалению, это у нас ходячка. 50 копеек. Ну ладно, находка. Смотрим. Друг, товарищ, у меня поднял очередную монету. И все это в одном квадратном метре. Ковыряется он тут железо, но проскакивает. Вот такие вот чудеса. Это у нас 2 копеечки. 2 копеечки. Год 1888, я так понимаю. Александр III. Вот. Немножко она съедена временем. Но находка замечательная. 1880. Ну ладно, не столь важно. Но это находка замечательная. Ладно, ребята, сейчас друг будет здесь у меня шурфить. Я так понимаю. Да, сейчас здесь все ребята накинутся. У меня вот, например, выпала вот такая вот конина. Вот, видно. Товарищу я удачу свою передал. Теперь он монет копает, а я шмурдя. Итак, ребят, у меня звук был, сигнальчик хороший. Но выпала вот такая вот пуля. Представляете, вот такая вот пуля попадет в человека. Разнесет в щепки. Вот это раньше пули были. Ладно, смотрим. Очередная шмурдя. Конина. Да тем более еще она бракованная. Вот такая вот. Ладно, ребята, смотрим. Я сорвал куш. Ради чего мы копаем и все это делаем. Вот смотрите, что. Вот такой вот серебряный печаточку нашел. Она прям, в принципе, не древняя. Где-то, наверное, ну, наверное, 50-е. Потому что это нас обделали как раз в это время. Вот, она вот повреждена, сразу видно, что ее чем-то тяжелым. Но факт в том, что здесь имеется 2 клейма серебра и рисунок вот такой вот у нас. Вот ради этого мы и ходим, копаем, ищем. Вот, ребята, куш, вот такой вот куш, ребята. Супер. Моя везучесть сработала сегодня. Красота. Так, ребята, у меня у комрада сегодня просто всплеск находок. Вот он там, где нашел монетки, он решил шурфануть. И вот из шурфа у него выпало Александр II 1856 года. Такая вот монетка с наростом. Ну ничего, они все, вот какие мне попадались, они все в идеальном состоянии. Вот, и это тоже почистится, будет очень хорошее. Вот, так что вот такие вот, ребята, у нас сегодня находки. Наверное, еще часика полтора-два покопаем. Думаю, что еще что-нибудь будет. Итак, ребята, у меня вот монетосик. Вот. По вензелю я вижу, что это Александр. Александр II. Вот на монеточка. Берем мы ее. Смотрим. Вот. Сохранчик супер. Здесь у нас немножко непонятно. Так, год 1858. Да, 1858, 1 копеечка. Хорошая монета. Еще походим, трава высокая, тяжело ловить сигналы. Вот, ну ладно, хожу там, где травка немножко улеглась. Все-таки сигналы выцепляем. Ладно, смотрим.
очередная находка. Вот она лежит, старенькая пуговица с ушком, обычная, белого цвета. Очередная находка. Ну, маленькая конина. Вот она, слепок от нее. Вот конина. Ладно, нам монеты охота. Вот такая вот находочка. У меня таких пуговок не было. Сначала думал, лысая. А оказывается, это здесь вот 30 нарисовано. Какой-то 30-й полк. Вот. Хорошая находка. Меня, конечно, она радует. Ладно. Еще немного и в путь поедем. Вот такая вот пуговка. Но на этот раз она лысая. С ушком. Такая хорошая пуговка. Была на поверхности практически. Выглядит как новенькая, чистенькая. Ладно, комары уже зажрали. Наверное, идем к машине и будем закругляться. Итак, ребят, заканчиваю я свой видеокоп. Солнышко садится за горизонт. Вот, и мы собрались в путь-дорогу. Ну, итоги я подвожу такие. Сегодня как бы неофициальный был тест. У нас Тёра 705, Аська 250 была, Фишер 4 и мой Аська 250 с катушкой Торнадо. У нас такие вот результаты. Фишер показал себя хорошо, но эти монеты были подняты все с шурфа. Вот, это у нас 1 копеечка, Царица Полей 2 копеечки, Александр 2, потом 2 копеечки Николай 1 и 10 копеек. Вот, к сожалению, Тёра 705 у нас со стандартной катушкой не очень себя зарекомендовал, 5 копеек 57 года. Вот. И вот эти вот находки у меня с катушкой Нел Торнадо. Вот самое, что зачетное, ради чего мы копаем, это перстень серебряный, имеется проба. Пуговка вот эта вот замечательная, 13-30 полк. Лысая пуговка, еще одна пуговка старая. Вот, 3 копеечки 46-го, Александр 2-й, 58-й. Деньга 1735, Николай 1, 901, и вот эти вот совдепины. Конина разного рода, вот этот у нас, я так понимаю, керосинки. Вот эти вот от часиков, цвет подозрительный, я думаю, проверю, золото это или что, потому что нигде не окислилось. Вот такая вот пуля, вот и зажигалочка. Вот такой вот у нас видеокоп получился. Я ничего не рекламирую, но Нел Торнадо себя зарекомендовал гораздо лучше, чем дорогие приборы со стандартной катушкой. Все, ребята, на этом я заканчиваю свой видеокоп. Вот. Всем удачных находок. Подписывайтесь на канал. Комментируйте мое видео. Буду рад на них ответить. Ну ладно, все, ребят, всем пока.